Ну, хозяин должен быть. И чем лучше хозяин, тем будет лучше предприятие, тем будет лучше жить люди. Мне кажется, так. А государство каким хозяином было? Неважно. Бардак. Сейчас не знаю, что будет дальше. Продав активы 15 карагандинских шахт и ряда сопутствующих предприятий британской фирме «Испат Интернешнл», правительство Казахстана сбросило часть тяжкого груза забот о горняках Караганды. 4 года проработали они без государственной дотации, что в мировой практике едва ли не единственный прецедент, 2 из которых по фиксированным ценам. Результат такой политики – отсутствие средств на обновление шахтного фонда, ведение капитальных работ, размывание рабочего класса, уход квалифицированных специалистов и многочисленные забастовки и иные акции протеста, и, как следствие, снижение объемов добычи угля.